Всем здравствуйте! Печально закончились съемки очередного выпуска передачи Андрея Малахова. За кулисами Екатерина Терешкович напала на своего мужа Гогена Солнцева. Эпопея о семейной жизни Гогена и Екатерины Терешкович продолжает удивлять общественность. Недавно они снова были на съемках передачи, которые завершились весьма неприятным инцидентом. Пожилая супруга за кулисами напала на Гогена, расцарапала ему ноги и руки. Спустя несколько минут она снова не стала себя сдерживать и покусала мужчину. Сотрудникам передачи еле удалось разнять скандалистов. Кровь после ее укусов лилась ручьем, цитирует Солнцева. Домой Гоген платно вызвал медика. Врач, которая приехала к нему на помощь, призналась, что такого никогда не видела. За прием шоумен отдал 5000 рублей. Солнцев не намерен пускать домой супругу. Сейчас он думает о расторжении брака. Отметим, что Екатерина не считает себя виноватой в произошедшем и продолжает отправлять мужу гневные сообщения с угрозами. Женщина хочет порвать Гогена. Напомним, в эфире этой же передачи Солнцев делился планами завести ребенка. В качестве суррогатной матери готова была выступить дочь Екатерины Терешкович, однако та поставила ему условия. Гоген должен подписать отказ от наследства супруги. На этот шаг шоумен не согласился. К концу программы Солнцев обвинил жену в том, что она 2 года живет на его деньги, а после ринулся за кулисы забирать из ее сумки банковскую карту. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.